Всем привет! Всем привет! Это второй выпуск, и я вам же отвечаю на школьные вопросы. Как вас зовут? Алексей. Олег. Вы давно закончили школу, Алексей? Ну, я в 82-м закончил. 81-м? А хорошо учились? Отлично. На отлично? Нет. Блядь. В общем, плохо учились. Нет. Нет? Я не дурак, ты поверь мне. Хорошо учились? Ну, в среднем. Вот я сейчас задам вам пару вопросов школьной программы, посмотрим, как вы на них ответите. Хорошо? Поверь. Какая вторая по величине площади страна в мире? Америка, наверное. Америка. Что выкрал Прометей у богов? Огонь. Огонь. Правильно, огонь. В какое время года сутки короче? Второй вопрос. В какое время года сутки короче? Зимой. Зимой. Никогда. Сутки всегда 24 часа идут. А. По какой шкале измеряют температуру в США? Бля, знаю, забыл. Фаренгейт. Правильно. Келес-Куэлес. Я знаю, бля, но не забыл. Правильный ответ – градус Фаренгейта. Ой, Фаренгейт. Как в таблице Менделеева обозначают железо? Хуя, это разве? Хло... Как что? Не помню. Столица какой страны является Нью-Йорк? Америка. Нью-Йорк не является столицей Америки. Подожди. Столица Америки, Вашингтон. А, Вашингтон. Да. Нью-Йорк не является столицей. Все правильно. Это вопрос подвохом. Это у меня провокация. Да, это вопрос подвохом. Какими деньгами пользуются в Китае? Тяньфань. Как? Ли. Вот. Юань. Юань. Правильно. Юань. Юань. Правильно. Чему равен квадрат гипотенузы? Качеству. Чему? Качеству. Одному катит? Не помню. Честный запас. Сколько было мировых войн? Мировая одна. Одна. Мировая одна с Россией, блядь. Мировых войн одна была. Одна. А как же Великая Отечественная? Вот я и про нее. Она как называется? Вторая мировая. А это не считается. Считается. Две. Правильно, две. А кто был первым космонавтом? Гагарин. Гагарин, правильно. Юрка. Гагарин. Все правильно. Так, ну в этот раз вопросов правильных было побольше, чем в прошлом выпуске. И знаете, что я заметил? Чувак, который выглядел поцивильнее, намного больше знает. Но, скорее всего, его ждет участь Олега. Беззубого чувака. Да, ну ладно, ставьте лайки, продолжайте писать комментарии, и скоро новый видос. Все зависит от вас, от вашей активности.